открываю мир. Это моя прелесть. Алло. Мало-мало половина. А сейчас покажу вам красоту. Чаще, слаще, лучше, чем было, сделать вывод, и я остаюсь кем? Настоящий. Я больше сильный и счастливый, одна не боюсь быть. Обалдеть, от кого? Какая красота. Мужчины, дарите девушкам цветы. Ухаживайте за своими женами, мамами, дочками. А как красиво! И вы, кстати, классные. Обалдеть, красота. Когда ты отдыхаешь с визажистом? Я случайно здесь оказалась. Угу. Сразу маски, патчи, токи. Сейчас будут еще вот эти вот штучки. Господи. Рады видеть вас. Baby tonight. Я baby tonight. Нет, я baby. Девочка. Девочка, ночь я, меня называют. Короче, друзья, здесь. Рады видеть вас всех. 100%. Просто идеальный брак по звуку. Так мне нравится, когда есть уединение. Такое ощущение, что вообще я тут одна. Один, совсем один. Эти птички. Красота. Я так понимаю, что погода не хочет, чтобы я сгорела, поэтому сегодня облачно. Но я все равно намазалась всеми защитами возможными и невозможными, чтобы, не дай бог, последний денечек не сгорел. Так, ну что, пришла на пляж. Сегодня ветрено, а завтра, говорят, вообще будут дожди. Поэтому последние лучики солнышка перед отлетом в Москву. Кстати, в Москве какая погода? Снег перестал идти. Можно, пожалуйста, в мае без снега? Я не удивляюсь, когда идет снег в январе, в декабре. Я согласна на февраль и на март. Но можно, чтобы в мае не было снега? Пожалуйста. Везде чайки. Повсюду просто. Что-то они где-то взяли еду. Вот тут летают. Солнышко вышло. Но ветрено. Буквально 10 минут поднимается жуткий ветер. Но завтра вообще, говорят, будут дожди. Но сегодня прям меня солнышко чуть-чуть поцеловало. Конечно, отдыхать не работать. Мало. Мало половины, мало дней всегда. Всегда вот не хватает еще хотя бы денечка. Хоть на день, хоть на час. Вот немножко побыла на солнце. Нанесла ампулу. Впиталась просто моментально. Хотя у меня защита была на лицо 100. Целое утро лил дождь, просто проливной, только вот сейчас закончился. Плачет небеса, что я улетаю работать без выходных. Очень долго. Эти звуки птичек,
Это просто нечто. Я буду скучать. Ну, по отелю, по Турции. Спасибо. Нет ничего прекраснее дома. Посмотрите, какая у меня тут красота. Take one, take two. И тюльпаны. Какой у них аромат. Просто невероятный. А какие у вас любимые цветы? Скажите, а это нормально? В мае одеваться, как будто бы сентябрь глубокий. Просто даже так мне холодно. Зато у меня новый маникюрчик. Я не делала френч, наверное, 3 года. Кайф. Нежнятина. Сирень. Как я ее люблю. Какая красота. На Патриках, кстати, мне продали один букет за 5000. Вы представляете, какой ужас? А вот она, красавица. Ну пусть радует жителей этого района. Ну что, мои хорошие, вы уже, я надеюсь, все настроили ТНТ и ждете выхода нового выпуска шоу «Сокровища императора». 19:00. Не пропустите. Я рада прям за вас, потому что я, к сожалению, не смогу посмотреть. Сегодня еду на репетицию. Судя по всему, буду смотреть выпуск на Рутюб. Ближайшие свободные вечера, которых у меня пока нет. Ну, а вы наслаждайтесь. Сегодня будет такой интересный выпуск, как и все предыдущие. Обсуждаем серию тут. Вот она я. Какие красивые пионы. А аромат просто потрясающий. Боже, как я люблю цветы. Мне так всегда приятно. Сейчас поставлю их в вазочку. Длинный у меня получился воскресный день и совсем не выходной. Ой! Муа. Теперь можно лечь в кроватку, включить Рутюб и посмотреть хотя бы чуть-чуть 9-й выпуск «Сокровища императора». Завтра мега длинный сложный день, поэтому не планирую залеживаться. Так, перед сном хотя бы часик посмотреть. А то вы посмотрели, а я нет. Good night. Патчи, мокрая голова в кичке. Еду на саундчек. Слушайте, мои хорошие, я так сегодня плохо спала. Я так сейчас себя плохо чувствую. То есть у меня какая-то лютая слабость. И видок так себе. Не знаете, с чем это связано? Вы часто спрашиваете у меня, ну, журналисты, как я все успеваю. Я четко планирую свой день, график. У меня расписана каждая минута. И коэффициент полезного действия в сутки у меня больше, чем 100. Вот у меня закончится саундчек, у меня 1.5 часа перерывчик. Я понимаю, что в спортзал я не успею. Но я нашла по навигатору, что рядом студия гидромассажа. И заехала на гидромассаж. И через 20 минут уже буду снова в ЦСКА-арена. Вот так. А что успели сделать? На ветку с ветки. С ветки на ветку. Я уже в ЦСКА-арена. Смотрите, какая у нас гримерка. Просто. Как будто бы, в общем, мы не готовиться будем к премии, а тут можно вот посидеть, вот почилить. Почилить. Вот там столы. Посмотрите. А сейчас вам покажу. А, ну, конечно, это же арена. Вот прям тут сцена. Но, наверное, все-таки придется накраситься, выйти на дорожку, в зал. А еще сегодня я буду выступать с эксклюзивным выступлением. Простите за тавтологию. Делаю масочку перед макияжем. Кто там? И микротоки. Кто я? Это тогда welcome, конечно. Ох, Митик мне принес покушать. Привет. Спасибо. Я просто не ела еще целый день. Что у нас? Финальные штрихи. Свет тут оставляет желать лучшего. Ловите меня на дорожке. Это кто ко мне приехал?
Surprise, surprise. Ты лучше, конечно, меня поешь. Ой, спасибо. О, это прям комплимент. Это комплиментари. Мы пошли в зал. Да. Смотреть концерт. Ждите. Это мы идем на сцену и видим здесь беговые дорожки. Это что, намек? Это как бы, это что? Это намек? Зал, конечно, слово нашему победителю. Ребят, спасибо большое, только что объявили звезду авторадио Леонид Агутин. Смотрите, какая спасибо. Сцена. Очень рад. Это прекрасно. Сколько лет работают артистом? Ведущий сейчас Саша и Нюша. Мне сложно быть. Правда. И, кстати, они очень неплохо справляются со своей обязанностью. Сложно. Знаешь, что громко, рано? Ярко, эффектно, такое, конечно, очень спокойно. Музыки, посмотрите, сколько народу. Сейчас покажу вам ведущего. Я для себя открыл столько много и нового. Вот. И экран. Наши мастодонты, наши эстрады. Красавчик. С каждым годом все больше. Красавчик. Да. У нас с тобой первый раз сегодня. Первый телеграм, первый же. Моя. Очень классно. Я нервничаю вообще-то. Мне еще выступление сегодня. Слушай, знаешь что? А угадай, кто хедлайнер. Интуицию наших зрителей. Как вы думаете? Как бы без вариантов. Сегодня даже певцом года. И пригласить себя на грандиозное шоу. Полина Гагарина, достойные соперники. Должника 29 июня. К сожалению, в этот раз клетку я не забрала. Мы, конечно же, уверены, что через год Полина Сергеевна вернется на эту сцену. Победитель и получит Полина Гагарина. Что? Парни, выпустили новый хит. Снова бросишь чувства поклонникам Егора Крида посвящается. Артист десятилетия, вот он для вас. И, конечно же, после того, как выйдет мой альбом 28 июня, у меня будет сольный концерт. 40 тысяч человек, которые я собираю впервые. Вас я приглашаю на стадион Динамо. Молодец. Запомнили? Приходите. Друзья, Грация Кошки. Группа года Артгайст. Посмотрите, всех какая артистов. Красавица. Просто. Я счастлива, что бесподобна. Я связана с музыкой. Да, красотка. Она как воздух. Она худая? Она находится всегда в самый худая? Нужный момент. А мы нет! Оля, коллеги, за столами, поддержите! Хитмейкер года Джонни, шикарно выглядит, красавчик, его песни в самое сердечко, начиная от кометы, заканчивая всеми новыми хитами. Мы тебя любим, Джонни! А ты любишь Джонни, Никит? Да, да, а ты? Да, очень. А ты? А Юлечка больше всех. А вы что, Джонни не любите? Любим! Где наш дальний совет? Для нас сегодня поет Ирина Галанов. Oh,
эмоции от того, что я испытала только что на сцене позже. Мы готовимся выходить на сцену с моим балетом. Ну как моим? Мы уже моим, мы столько работаем. Балет Аллы Духовой «Тудос». Что, кому как, мы готовы? Конечно! Ждите. Красавчик, где твоя награда? Покажи. У меня вот коллаборация года. Вот она. На самом деле, хочу сказать спасибо тебе, Олечка, потому что столько раз, сколько ты подняла нас в чарты, ты подняла нас с колен. А сегодня Лилета со сцены ты поднимал. И ваша новая песня тоже очень крутая. Вообще, мне очень нравится ваш коллективчик. Ага, и она мне... Песня не зашла новая, блядь. Она, сначала не зашла, я ее распробовала. Ведь я тоже не сразу всем зашла, понимаешь? Конечно, ты должна об этом думать. Тоже не забывай. А, должна думать. Да. Я пойду подумаю тогда. Дайте подумать. Поздравляю. Давайте. Если мужчина не делает в первый год предложение, а вы хотите замуж, то уходите. Да. Какой год? Год я ждать не буду. Я хочу семью. Не обязательно с фиксацией брака. Брак — это не показатель любви, но все же, поскольку я хочу семью и деток, я все-таки считаю, что дети в семье полноценно должны рождаться. То есть для меня эти простые истины, мне они близки очень сильно. За полгода должен сделать предложение. Да даже какой полгода, но это все, ты все понимаешь, да-да, нет-нет. Если вам о чем помолчать, о чем поговорить, когда вы остаетесь только вдвоем, а там все понятно. Там в первый месяц все понятно. Это мне? Да, под свет. Какой красивый газет. Молодцы, молодцы. Я не ожидала, что Женя мне подарит цветы. Боже, какой потрясающий букет. Я покраснела, даже мне где-то стало неловко. Мне так нужен папа, но опять все сама. Я счастливый, хочу быть тоже. Если все надоело вокруг и о чем-то опять намекает твой друг, это не повод и даже не довод не надевать высокий каблук. Долгожданная, самая-самая легендарная Оля Бузова у меня сегодня в дерзкой готовке. Мы будем готовить Олин бутерброд. Господи, они, наверное, думали, что я дура. Но тогда я такой и была в целом, плюс-минус. Ну, я вообще всегда нравилась мальчикам, у меня никогда не было по этому поводу никаких проблем. У меня не было детства. Давай закончим. Ай-яй-яй. Ты последние два года, ты как будто сильнее стала, знаешь? Как будто да. Не может быть, я ведущая на ТНТ. Я правда сегодня в очередной раз открыла новую Олю Бузову. Да, я, ты,
мы. И мы счастливы! Оль, ты не умеешь готовить. Я? Я умею готовить. Ты, ну что это такое? Я просила тебя пожарить яйца. Ну? Ты пожарила их, не разбивая. Правильно формулируй свои желания! Мои люди всегда со мной. Я не боюсь того, что будет завтра. Я знаю, что станут за меня горой те, кому я сердце отдала безвозвратно. Мои люди всем сегодня прекрасного настроения. Несмотря на то, что мы на ЦСКА-арене, здесь холодно, поверьте, как только начнется концерт и выйду на сцену я, будет очень жарко. Нам будет жарко сегодня всем зрителям. Анна, Ольга, богиня. Я думала, ты сейчас скажешь Анна Сидорова. Или Анна Анне. Так что? Скажи, ты все. Okay.
стоит делать в этой стране. Мы еще не решили, мы еще не узнали. Я знаю, как вы меня любите. Без любви все бы это не имело смысла. За платье чуть-чуть вынести, чтобы просто не сливал вода. Спасибо. Ольга.